Продолжаю делиться с вами бытовыми привычками, которые упрощают мою повседневную жизнь на кухне. Первое. Составьте меню и распишите по пунктам, что вы планируете готовить и есть в течение недели. Это поможет увидеть вам список необходимых продуктов, а также разнообразить свой рацион. Кстати, своим меню я поделилась в своем телеграм-канале, поэтому если вы в поиске идей, подписывайтесь. Второе. Вводите новые пищевые привычки. Откажитесь от жирного, жареного, мучного и вредного. И если вы видите, что продукты в холодильнике не съедаются, овощи и фрукты начинают портиться, нарезайте и красиво выкладывайте на тарелку. Ставьте на видное место на стол, и вы увидите, как и вы, и ваши дети вместо вредного перекуса начнут выбирать овощи вместо конфет. Если вы готовите что-то в духовке, обязательно используйте либо специальные емкости, либо пергамент и рукав для запекания. Так вам не придется час времени тратить на уборку духовки. Больше о моей системе на кухне вы можете посмотреть на моем YouTube-канале в новом влоге. А в комментариях под этим видео делитесь, есть у вас какие-нибудь привычки?